соперник не явился, не явилась. Долго думаешь, долго думаешь. Встань, давай. Дальше, понятно. Так, работает. Внимание, после этой пары готовится 9-я пара боксера 64 килограмма. А 8-я пара переносится на последнюю. Красного угла ринга Морозова Виктория, боксер 2001 года рождения, первый юношеский разряд, представляет спортивную школу «Молния». Боксом занимается 5 лет, в ринге провела 35 боев, 27 одержала победы. Тренируется под руководством братьев Лункиных. В синем углу ринга Байпакова Татьяна, боксер 2002 года рождения. Второй спортивный, второй юношеский разряд. Представляет клуб «Южный». Боксом занимается 2 года. В ринге провела 8 боев, 8 одержала победы. Давай, 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 давай,
дальше, дальше. Хорошо, дальше. Клуб «Эдельвинг» готовится 9-я пара боксеров. Весовая категория 64 килограмма. 8-я пара переносится на последнюю. Фото и видео боев вы можете увидеть на нашем сайте в течение недели. И 22 апреля пройдет открытый ринг среди юниоров и взрослых на зале на Алексеевской. В этом бою объявляется боевая ничья. Спасибо.